В Хангаласском районе проходит отборочный этап соревнований Junior Skills. Более 200 юных хангаласцев мерятся силами в профессиональном мастерстве, чтобы представлять честь района уже на республиканском чемпионате. Подробности в материале Виолетты Засимовой. Соревнование Junior Skills – это уникальный образовательный инструмент, который позволяет оценить качество профессиональной подготовки школьников. В Хангаласском улусе отборочный этап проходил на базе 5 школ. Участники состязались по 18 компетенциям. Больше всего заявок было по таким компетенциям, как столярное дело, гончарное дело, кулинарное дело и мобильная робототехника. На базе Покровской средней школы номер 1 соревновались по таким компетенциям, как столярное дело, гончарное дело, кулинарное дело и национальная кухня, а также технологии моды и изготовления из конского волоса. Например, в компетенции «Гончарное дело» за 2 дня участники должны были слепить сосуд в национальном стиле. В компетенции «Кулинарное дело» требовалось приготовить такие блюда, как профитроли с картофельным муссом, куриный рулет и прочее. В компетенции «Технологии моды» – шить платье-трапецию. Я сам решил участвовать. А что твое любимое коронное блюдо, можно сказать? Коронное блюдо, да, кремовый торт. А ты будущим каким хочешь стать? Либо прокурором буду, либо шеф-поваром. Что нужно для того, чтобы сделать хорошее изделие? Ну, здесь нужно усидчивость, терпение. Хотел попробовать, на что я могу. Команда или индивидуальный участник, победивший в своей компетенции, проходит на республиканский чемпионат Junior Skills, который пройдет в январе следующего года в городе Якутске. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, НВК Саха, Хангаласский улус.